Что за херня? Где я? Что происходит? Кто за кем следит? Что за херня? Ты водишь, мудила. Умница. Может, ситуации и похожи, но каждый миг уникален. Надеюсь, ты сделал выводы. Будет ли в этот раз все иначе? Может быть, хер его знает. Смотрю, они хотят моей смерти. Теперь умрешь ты.
меня! Глянуть бы на тех, кто собирает эти пушки. И меня еще называют психом. Быстрому перебью всех тут и заберу то, зачем пришел. Лады? В этом сундуке тебя ждет обещанная сила. Thank you.
Вот так игрушка. Если не расти, ничего не выйдет. Посмотрись. Чего я добьюсь такой пушкой?
Что это? Подхожу. Я тебя вижу! Ну и ну. Я почти поражена. Мой арсенал пополнился. Отлично. Вообще ты, я тебя уже убивал. Я точно не сумасшедший, норм. Все норм. Что было, то прошло. Я уже говорил тебе, что такое безумие. Тебе надо смотреть и слушать. Оружие отвлекает. Я уже говорил тебе, что такое безумие. Видишь ли, безумие. Вас решил вернуться в прошлое? Джейсон, ты выглядишь куда умнее, когда не торопишься. Прости, прости. Замечательно. Смотри внимательно и слушай. Скорей бы открыть свои воспоминания. А, как же приятно бросить все на свете и завалиться читать что-то большое. Мой народ, Ракьят, вместе мы сильны. Как и те, кто ступал по сей земле до нас. Враги падут к нашим ногам. Кто готов доказать свою преданность, свою силу? Кто будет править островами Рук вместе со мной? Я найду нам воин. Я найду того, кто достоин Татау! А, Цитра. Голова варит, но амбиций ноль. Убей. Давай, Вас. Кончи с ним.
Ради меня. Убей же его. Прикончи. Убей. Убей. Если смотреть со стороны, все выглядит иначе. Иначе нельзя. Взгляни на себя. Чем ты занимался? Ты себя не контролируешь, бешеный пес. Ты не представляешь. Кажется, не попало. Мясо! Как-нибудь обсудим то недоразумение. Зачем ты вонзила нож мне в грудь? Ты же могла убить меня, понимаешь? Эй, может, я приготовлю что-нибудь итальянское? Устроим романтический ужин под звездным небом. А если небо будет красным? Будь смелее, твою мать! Ай! Ну, почему бы и нет, ведь я совершенно спокоен. Черт! 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 Дезодорант с зеленым чаем. Окей. Цитра, я говнюк. Эгоистичный урод. Давай поищем тебе подарок. А, без любви никуда. И на этом, пожалуй, все. А, кайф. Неплохо. Хвать сказал, чтобы мы шли через джунгли. Мы пойдем вдоль реки, разберемся с местными и разобьем лагерь. Затем мы... Да. Ты хочешь отобрать землю у местных? А ты... Да. Надо расширять территорию и... Ты хочешь отобрать землю у местных? Да? Верно. Где ты родился? Здесь. А ты? Здесь. Ты? Здесь. Можно взять твою пушку? Спасибо. Но хоть... Все норм, расслабься. Эрману, местные, это мы. Так, давайте, валите все домой. Трахайте жен, играйте с детьми. Завтра начинаем войну с Хойтом. Эй, идите уже! Ты тоже, Эрману! Иди! Все не так уж и плохо. Славное было время. Цитра, я победил. Я смог... Да я красавчик. Давай-ка с другой стороны. Видишь, твой путь привел к поражению, к позору. Слушай меня. Стань тем, кем должен стать. Будь моим. Эй, Цитра, отвали! Я сыт тобой по горло! Я уберусь отсюда, как только найду херов нож!
Наступила ночь. Скоро проснутся плохиши. Отпад.
Нет, спасибо. Награда твоя. Помню, что меня ждет. Пора отправиться в клуб кроличьей норы. Я перебью всех врагов до последнего. Ну почему ты все портишь? Жизнь только путаешься под ногами. Слушай, Цитра, поступай как знаешь, а я пойду своим путем. Во всем меня, но виновата лишь твоя слабость.
Возилась с тобой слишком долго. На этот раз ты не уйдешь. Хватит! Верно? Получи же то, зачем пришел. Ощути мой гнев! Я уже знаю, как проходить твои испытания. Сильнее.
рассказывать тебе, что делать в своем извращенном мозгу, но ты бы взял пушку побольше. Thank you.
О, да, я точно этого гляну. ДМТ, айауаска, что бы там ни было, я готов ко всему. О, да, сейчас я разнесу здесь все. Если бы ты был сильней, если бы ты любил меня всем сердцем. О, ты разозлилась! Отлично! Так держать! Ты обещал, что защитишь меня! Обещал, что станешь моим воином! Капитализм. Богатые только богатеют, а все остальные подыхают. Доктор, правила устанавливают такие же людишки, как мы с тобой. Потому ты мне так сильно и нравится.
Выходи. Разумеется, как всегда. Продолжай. Еще немного. Да. Неси их сюда. Будь добр. Я ненавижу воду. Ненавижу всей душой. Ну, конечно, само собой. Еще чуть-чуть. Класс. Славно. Я уж думал, не найду их. Отлично. Славно. А теперь верни их. О, Эрнхард, старый ты психопат. Боже мой. Слышал о программе реабилитации, а? Говорят, очень эффективная. Но ведь тебе наркота напоминает о сестре, правда? Ты жалок. Хочешь спалить весь мир, как крутой, но не можешь даже... Руку убери! Не можешь даже помочь себе. Некоторые принимают это, чтобы сбежать от проблем, а ты, чтобы на них нарваться. Ладно, слушай. Скажи, что ты любишь меня. Прошу. Скажи, я люблю меня. О, пошел нахер. Да, пошел я нахер. Ты ничему не научишься, говнюк. Чудесно. Не знаю, что бы я без тебя делал. Все, что сделал. Ничего. Ты смог.
Молодец, Вас. Забирай награду. Главное, конечно. Внимание, но отказываться. Стану. Давайте я по-быстрому перебью всех тут и заберу то, зачем пришел. Лады? Thank you.
Молодец, Вас. Забирай награду. Это мне? Не стоило. Точно этого глотну. ДМТ, айауаска, что бы там ни было, я готов ко всему. Снова и снова и снова, будто у меня зависимость. Не нужно ничего мне доказывать, Вас. Просто умри и все. О, ты разозлилась! Отлично! Так держать! Хреново! Thank you.
Неплохо, Вас. Давай, сражайся за меня. Каждый раз, как впервые. Нашел? Yeah.
Снова ты? А ты не этого хочешь? Скорее, скорее! Давай Принеси мне труп вас. Одержи. Я ждала тебя, Вас. А я тебя... Вас, ты меня не убьешь. Ты же знаешь. А тебе не убить меня? Ну и что теперь? А теперь веселье. Ты меня Забудь все, что тебе говорят, чему учат. Во что веришь лично ты? Я верю в силу, цель, славу. Ты жалок, слабак. Ах, Цитра, какой у тебя был потенциал, но ты облажалась. Ты слабак, Вас. Делай, что хочешь. Тебя все равно ждет провал. Ну, ниже мне уже не пасть, так? Этого заслуживаю? Зачем наказывать меня за твои ошибки? За твои изъяны? Ты никогда меня не примешь, да? Приготовься. Не будь трусом. Защищайся! Ты что, этого заслуживаешь?
Зачем наказывать меня за твои ошибки? Из твоих глаз. Ты ничтожество! Пытаешься меня впечатлить? В моих глазах ты просто слабак. Еще посмотрим. Ты всегда был чужаком! О, Господи Боже!
все рассыпается, верно? Ты становишься другим. Прощай, старый я. И здравствуй, новый. Знаешь, солнце сегодня сияет особенно ярко. Стой. Тебе нравятся цветы? Вас. Не тебе. Тебе. Просто скажи, да или нет. Знаешь, обычно, когда я у себя дома и задаю кому-нибудь вопрос, то рассчитываю на ответ. Не знаю, что ты о себе возомнил. Я тоже не знаю. Давай сыграем в одну игру, лады? Не двигайся. Эй, даже не думай. Я делал это и раньше. Не двигайся. Оставайся на месте. Я же сказал не двигаться. Только ухо ведь задеть хотел. А ты не можешь без шоу, да? Ляг на кровать. О, считаешь меня красивой? Что думаешь, я тебя боюсь? Думаешь, я дохера тебя боюсь? Давай, Вас. Как два пальца, хоть сейчас. Ну давай. Хватит дразнить! Сделай это, Вас. Хватит! Давай! О, неужели слабо? Ну же, ты этого хочешь? Да! Я понимаю вас. Она и мне врала. Обидно. Джейсон, заткнись уже. Почему мой собственный разум пытается меня убить? И стоит ли пытаться отомстить? Черт с ним, я убью его первым. Дружок!
Ты просто безнадежен, Вас. Тебя нужно запереть. Джейсон это понимал. Я хочу... Только посмотрите, он исцеляется, растет. А мне насрать. Смотрю, Джейсон, в моем разуме ты стал немного умнее. Учишься у меня. Давай, дружок, вперед, уноси ноги, не сиди. Просто прекрасно, хотя с грамматикой проблемы. Ну давай, дружочек, вали отсюда! Давай, беги, убирайся скорей! Хорошо, Вас. Ты освободился. Клинок твой. Ты заслужил. Ух, наконец-то, вот срань. Ты рассыпаешься, а рассыпавшись, станешь моим. Так пусть же все сгорит дотла. А что мы... Ч-ч-ч-ч. Ты слышишь? Так звучит изнеженность. Смотри. Ха-ха! Отец нас убьет, когда увидит! Видать, это значит, их отец я. А я тогда кто? Тетка, толстая и страшная, но печешь печеньки. Дети тебя любят! Идем! Это было начало конца, правда? Я знала, что твое зазнайство тебя погубит. Ладно, вышло. Поглядим, какие еще ужасы таятся в моем разуме. Остался!
два. Новое оружие. Как-то неловко. Берегись. Я предупредила Джейсона. Отлично. Где этот урод? Повежливей. Он старается. А, черт, точно. Мне нужно отключить радио. Эй, Джейсон, тебе конец. Всё, испугался? Вперед! Слава!
Прекрасно, хотя с грамматикой проблемы. Это слушай. Молодец, Вас. Все сделал правильно. Награда твоя. Думал, покончишь с кошмаром, Вас. Ты и есть этот кошмар. Отнеси их Цитре и сам все увидишь. Серьезно?
прервать этот проклятый кошмар. Где прячется Цитра? Отдай мне клинок. Стань тем, кем должен. Стань моим воином. Держи, сама знаешь, куда втыкать. Дай мне свалить отсюда. Думал, клинка хватит? Нет. Сражайся за меня. Покажи свою силу. Тупой же ты, ублюдок, Вас! Так я и знал! Ладно! Погнали! Я рада тебе, Вас! Готов сразиться за меня? Проявить себя! Готовься, Вас. Знаешь, я люблю импровизировать. Иди по пути воина. Ладно. Если справишься, я дам тебе власть, которой ты жаждешь. Я дам тебе все. Цитра тебя не отпустит. Ты же понимаешь? Ну уж нет. Значит, вот чего ты хочешь, сестра. Так проявляешь любовь? Ну давай! Вот тебе!
так и не стал сильнее, да? Посмотрим. Это твой остров! Так и не стал сильнее, да? Посмотрим. Выживает сильнейший. Ну, я-то все еще жив. Citra, мне просто плевать, убьешь ты меня или нет. Нет, спасибо. Thank you.
Уходи! Похоже, можно уходить. Но разве я уже готов сдаться? Нет! Я закончил, но... Может, смогу добиться более высокой степени просветления, если вернусь обратно.